Великобритания одна из первых выразила положительное отношение к подписанному 10 ноября трехстороннему заявлению. Об этом в эфире передачи «Актуально сегодня» заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде. Он отметил, отношения двух стран носят партнерский, поступательный характер. 8 февраля обсудить двухстороннее сотрудничество в Баку приезжала государственный министр Великобритании Вендин Мортон. Рабочий визит длился 2 дня. Если те новые геополитические реалии, которые сложились в регионе после победоносной Отечественной войны Азербайджана и освобождения оккупированных территорий Азербайджанской республики. Дело в том, что вам хорошо известно, что с самого начала, и в период, предшествовавший 44-дневным операциям, и в ходе их, и после них, позиция Великобритании четкая, взвешенная, неукоснительно основывающаяся на нормах и принципах международного права, была одним из наиболее конструктивно влияющих на обстановку элементов.